просто на первый раз. Это так она лежала, странно, странно. Привет, это мы тебя ждем. 3, 4, мы вышли с квартиры, начинаем тереванье, терепаря, терепы. Привет, друзья, сегодня у нас будет большое путешествие. Сегодня заезжаем за девочкой Лерой, берем ее ослика и едем в Кременчуг. Нужно отвезти по гарантии, мотик там что-то не так с проводкой. Поэтому едем, встреча с подписчиками и так далее. В принципе, вы все сами увидите, будет насыщенный день, будет очень круто. Не проматывайте видео, досмотрите его до конца. Рекламная пауза. Пой песню. Пой песенку такую. Не знаю, какую. Я даю бит. Самое главное не глохнуть вот это на перекрестке. Есть. Мы это сделали. Зип. Хочу ехать. Дуйте, собачки, а домен. Что за фигня? Так. Куда едем сейчас? На заправку? Нет, я так и не понял, она тебе показывала. На нем вообще куда хочешь, туда и ехаешь. Смотри, какой спортбайк. Да. А ты бы на своем сюда заехал. Ну да, в принципе. В этом есть такое преимущество. Небольшое. Оу. Это Сузука, наверное. Парк-чик-чирик. Что ты им так останавливаешься? Какие я шпидливый. Ты что, боишься мусоров? Я спрашиваю. Почему? Тебе надо с ними дружить. Ты же девочка красивая. Улыбнулась такая. Типа, простите меня, пожалуйста, на первый раз. Не, ну прикольно, что. Надо тебе сфоткать. Да. Не, давай вот так, тебе же в эти твои эти надо, да? Да, это мощно. Вот так надо, чтобы ты вообще была маленькой. Нет. У нас двоих ребят фотографируют. А? Нет. Да нет, тут же у нас... Ты меня фоткаешь и на видео снимаешь, да? Ну, короче. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Добрый день, дорогие гости. Я рад вас приветствовать в этот день. День и час, который вы никогда не забудете. Тебе стыдно? Ты точно как Филория Юрьевна. Я гоню, а ему стыдно. Ну все, задача выполнена. Едем на Власовку. Сейчас нужно поехать к подписчикам. А чё, прикольный стиль, я тебе скажу. Сексуальный. Нихера себе, она в чулках. Пойдет.
разогрелся? Нет, да, ты что? Мы чуть-чуть. Нет, когда ты лежал, странно, срал. Давай, я каждый раз, когда включишь камеру, ты как-то сядешь. Кто насрал? А? Кто насрал? Сестра! Привет. Это мы тебя ждем? Да. Ты как неуловимая, в прошлый раз не это, где-то затерялась. Что ты, как дела? Нормально. Мы пытаемся тут остановить, но не могу. Где? Когда? Мы тут пытались. А, так я ж по сторонам обычно не смотрю, на дорогу только смотрю. Ну все, спасибо. Был рад повидаться. Еще заеду, значит, все-таки рядышком. Посмотрю. Давай, пока. Посылочку, подарок от подписчика. Попрошу. Ой-ой-ой-ой-ой, тут еще что-то эпидвисты есть. Оно тут... А, что-то вкусный, сладкий, типа, да? Ай-яй-яй, да вы сколько всего тут есть. Плакатики. Джастран. Мотоальбом для Джастран. Насрал. Дивиться, что тут. Тут даже пожелания у нас есть. Привет, Джастран. Мы... Зовсім недавно почали дивитися тебе і наш дуже подробний твіттер. Короче, нравиться мій контент. От Даші. Шиди. Це розпись, мабуть, така. Давіда теж ди. Опача. А ось оцей мотоцикл, що я хотів. ZX9R. ZX10R, точніше, 2008-2009 год. Це якийсь стрітик. Тут теж під копірочку. О, це вже поновіє. 14-й, 20-й. Тут якийсь спідбайк. Диви, які класні поділи штукенці. От спасіба, от спасіба, приємно. От тут вже ендуро, мотоальбом. Та ти що, диви, що тут є? Так, рекламити не будемо, що це таке. Ням-ням. Маккофе. Попрошу. Це що? Що це таке? Я не знаю. Ти знаєш? Це твоєго покоління, що це таке. Це жвачка. Наверное. 25? Наверное. Короче, ням, ого, я обязан просто им что-то тоже подогнать. Мороженое привезти, наверное, за такое. Но в любом случае, спасибо, спасибо, это приятно. Сейчас будем лопать, значит, да, и такие наклеечки, надо на мотоцикл наклеить. Ты хотела сюда? Надо подогнать. Офигеть, ой, как спасибо, как приятно. Ай-яй-яй. Короче, спасибо большое. Обязательно еще приеду. Пишись, когда там что-то, смотрим, спортсмен занимается. Дайте, молодец. Сложно. Скажи мне, что... Что мне делать сегодня со своей любовью? Все, я снимаю. Я буду тебя снимать ходить. Меня снимать? Или я тебя снимать? Может, ты фиксируешь на видео, а не снимаешь? Как ты думаешь? Фиксируешь на видео или снимаешь? Да, фиксирую на видео. 3, 4, мы вышли с квартиры. Начинаем теревание, терепаря, терепыры. Идем по тротуару, гуляем по бульвару, дивимся на все боки, подбирая себе пару. Ось им посмехаю, я снимаю. Сейчас покажу, как я буду есть. Да, как ты будешь сидеть? Это я тебе говорю, это будет печальный случай. Еще раз. Как ты будешь сидеть? Твоя посадка будет. А ну покажи. Сука. Нельзя так ездить, я тебе кажу. Я кажу, что я буду ездить, а так. Нет, как сутула. Сутулая собака. Это я какой-то сраку щось засунули, бля, та, бля, зігнулась, бля. Ой, бля, это будет вообще минус сексуальность на всю жизнь, бля. Бачу, гарбуньок поїхав. Ой, бля. Ну и, конечно же, огромное спасибо моим подписчикам Даше и Давиду. Вы реально сделали крутой подарок. За мной не заржавеет, с меня также подарок.
Но это уже в следующем видео. А пока подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте позитивные комментарии. Если вы не здесь, то вы нигде.